Привет всем! Мы на канале Веселая Чупакабра. Ну, представься хоть. Доброжоры. Чупакабра – это такая обезьяна, которая ест людей, если ее обидеть. Ничего себе, а ты-то кто у нас? Ты кто у нас? Как Сейлор тебя зовут? Мун. Ну, загадывай давай загадку. Ладно. А кто под дождем не намочит волосы? Конечно же, киска. Почему? Это, это неправильный ответ. А правильные ответы пишите нам в комментариях, правильно? Да. Мы будем рады. Кто вороны не намочат волосы. Да неправильный ответ. Но правильные ответы мы все равно ждем в комментариях под нашим видео. Или пишите нам ВКонтакте, или в Одноклассниках. Ссылочки тоже имеются. Всем пока. Пока.